Ну что ж, давайте начнем. Еще раз здравствуйте, дорогие гости. Мы рады приветствовать вас в этом зале. Сегодня уже не 19 октября, когда мы празднуем Всемирный день, Всероссийский день лицеиста. А именно в этот день он был, скажем так, сотворен, этот день. Hello, welcome you all to this meeting. Today we're going to be showing you the celebration of the National Day of the Lyceum. And today we're going to be awarding some students, newcomers, special awards. Сегодня, 19 октября, так же как и 19 октября 1811 года, произошло важное событие для российского образования. Был открыт Царско-сельский лицей, который находился под особым покровительством императора Александра I. Today, the 19th of October, 1811, happened a very important moment in history. In history of education, to be precise, it was invented. The King's Lyceum was invented with the thanks to the leadership of Alexander I. И на гербе этого лицея было изображено два венка. Один венок был дубовый, другой был лавровый. И они олицетворяли силу и славу. Сова на гербе символизировала мудрость, а лира указывала на любовь к поэзии. И над всем этим гордо был начертан лицеистский девиз для общей пользы. On the shield of the Lyceum is shown two interesting objects. An oak and a lever. We can see the might and the glory of the logo. The owl on the shield means wisdom. The lever means love and love to poems. And all of this is surrounded by the Lyceum slogan for everyone's Каждый год лицеисты первого выпуска, они собирались на праздник, и самый известный выпускник этого лицея был Александр Сергеевич Пушкин. И Александр Сергеевич Пушкин посвятил этому событию прекрасное стихотворение, которое так и названо «19 октября». Друзья мои, прекрасен наш союз. Наш союз, он как душа, неразделим и вечен, неколебим, свободен и беспечен, срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье бы куда ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село. Every year, the students in the Lyceum go to this meeting and celebrate the celebration. One of the most famous graduates, Alexander Sergeyevich Pushkin, actually wrote a poem to this, 19th of October. I won't be able to translate it as it's really difficult. Русское стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Друзья мои, ну и сегодня, да, в честь того, что 19 октября 1811 года для российского образования произошло такое знаменательное событие, был учрежден Всероссийский день лицеиста, для нашей школы это тоже особый праздник. И сегодня мы принимаем новых лицеистов. Это те самые ребята, которые первый год учатся в нашем лицее, неважно, какого они класса, да, но это ребята, которые учатся.
Первый год. И для произнесения клятвы лицеиста я прошу всех встать. Dear friend, 19th of October is very important to the school, and today we're going to welcome all the newcomers, people who have joined the Lyceum this year. Прошу повторять слово «клянусь» в конце каждой фразы. Просто говорим все вместе. Клянусь, я подниму руку, чтобы вам было удобнее. Everyone is going to have a swear. They have to put their left arm right and say and promise. Клянемся упорным быть и стараться, заветную цель лишь умом добывать. Клянусь! I swear. Thank you very much. Клянемся трудиться на благо России, осваивать знания и дух закалять. Клянусь! Клянусь! We swear to work for the benefit of Russia, to gain knowledge and remember. I swear. Okay. Клянемся всегда и во всем непременно честь лицеиста свою не терять. Клянусь. We swear to always defend. We swear to always defend the honor of the. We swear to always defend the honor of our community. We swear. Thank you very much. Итак, для вручения удостоверения. Прошу всех садиться. Sit down, please. Право вручения удостоверения и значка лицеиста предоставляется куратором старших классов 10 и 11 класса. Это замечательная наша Пухова Лариса Валерьевна, прошу прощения, да, и наша Татьяна Семеновна. Ваши аплодисменты. Ceremony will be held by two teachers from the Russian program, and we're going to award the newcomers some special awards. Вам слово. Добрый день, дорогие ребята. Сегодня действительно очень торжественный день, удивительный день и особенный, как об этом уже сказали наши ведущие. Он особенный для нашей школы, потому что мы называемся лицеем так же, как в свое время, когда открылось первое учебное заведение в Царском селе «Лучшее из лучших». Оно получило гордое название «Царско-сельский лицей». Но дело не только в названии, а в первую очередь в духе лицейском. Так вот, мы желаем вам, будущим лицеистам, а через 5 минут вы уже будете настоящие лицеисты, соблюдать, сохранять этот лицейский дух, лицейское братство поддерживать и, конечно же, ставить высокие цели и их достигать, прекрасно учиться, но и оставаться такими же умными, любознательными, пытливыми ребятами и гордо носить звание лицеист. Поздравляю вас! Итак.
так. Для торжественного вручения удостоверения лицеиста и, конечно же, значка отличия сюда приглашаю Михайлову Александру, 10 класс, Теплевич Анну, Толоконникову Елизавету, Сабурову Таисию, Каткову Софию и Магомадхаджиеву, прошу прощения, Дарью. Пожалуйста, подходите сюда сейчас, вам секундочку вручат замечательные удостоверения. И обязательно посмотрите на нашего фотографа после этого, для того, чтобы запечатлеть это знаменательное событие. Так, вот такие замечательные значки. Ну что ж, замечательные наши удостоверения, полученные значки. Пожалуйста, Лариса Валерьевна и Татьяна Семеновна, встаньте, пожалуйста, с ребятами для того, чтобы запечатлеть этот прекрасный, светлый момент. Благодарю. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, благодарю. А все ли? Все, всех. Десятый. Да, и прошу прощения, у нас еще есть ученики 11 класса. Это Судаков Дмитрий и Радужный Данила. А, мне написали неправильно. Прошу прощения. Радужный Данила, пожалуйста, проходите сюда. Звание лицеиста. Вставайте, пожалуйста, сюда для памятной фотографии. Благодарю. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, для вручения конверта со значками, значков и памятных свидетельств лицеиста слово я предоставляю кураторам британских программ. Это мистер Даррелл и мисс Екатерина. Мисс Катя. Good afternoon again, everybody. I want to say just a couple of words about education in general and the purpose of your being in this institution. Just like with the 19th of October and the Lyceum that Pushkin was part of, the purpose of that school was to probably to ignite curiosity in pupils, children and teenagers. And I would hope that we continue that tradition in our section of our school, where we light sparks to ignite curiosity in all of our pupils. And this year we have seen the biggest intake of new students that the British Lyceum has had in all classes. The identity card and badge for newcomers will start now. We start with year two. Could
А вам вы вручаете. А я вызываю ребят. Okay. So, please come to the front. Thank you. Итак, для получения памятного свидетельства и значка приглашаются ученики Year 2, Даниил Ефимов, Мирза Масумазаде, Минджукова, Ариана Багдасарян, Давид Яковсон, София Делисеева. Искатель, мисс Дарл, вставайте, пожалуйста. Мисс Дарл, вставайте, пожалуйста. Для получения памятных удостоверений лицеиста и значка приглашаются ученики Year 5 Полина Масленникова и Даниил Кайгородов. Пожалуйста, ребята. Полина Масленникова и Даниил Кайгородов. Мистер Дарл. Полина? No, you're Полина. Thank you. Sit down, please. Для награждения и получения свидетельства лицеиста приглашаются ученики обучения Year 6 Максим Рыжов, Никита Корнеев, Кирилл Полюга. Для получения памятного свидетельства лицеиста приглашается ученик Year 7 Антонин Чаганек. Please, come on. Please, stand up. Вставай, вставай, вставай. Вставай. Ребята, поддержите, пожалуйста. Поддержите. Ваши аплодисменты, это очень смелый поступок. Итак, для награждения, получения памятного свидетельства лицеиста, удостоверения приглашаю всегда учеников Year 8. Thank you. Архип Жохов, Рафик Кумар, Яш Кумар. Let's go!
отличия приглашаются ученики Year 10. Ага. Но тем не менее, мы все равно озвучим их фамилии, потому что ребята хоть и болеют, но они лицеисты, они поддержат наш дух. Это Александра Айджанова, Константин Шутков, Алиса Алесова, Дарья Банникова, Макс Проков, Елена Джава и Александр Плотников. Ваши аплодисменты для тех ребят, которые еще пока что отсутствуют в течение карантина. Ну что ж, друзья мои, наша церемония награждения постепенно подходит к концу, и у нас остался еще один учебный год. Это 11-й год. Year 11. И сюда я приглашаю замечательных юных лицеистов. Это Юлия Фишер, Василиса Осипова, Аида Прокопова, Алексей Загорский и Ронак Джава. Ребята, я жду вас. Идите сюда. Проходите, пожалуйста, сюда. Искатель, мистер Даррелл. Thank you. Ваши аплодисменты всем новым лицеистам нашего британского лицея и лингвистической школы. Ну что, друзья мои, попрошу тишины немножечко в зале, потому что вас очень сложно, я хоть и в микрофон говорю, но очень сложно вас перезвучить, да, сказать выше ваших голосов. Итак, друзья мои, чтобы завершить, подвести итоги в честь новых лицеистов, сегодня пусть прозвучит троекратное ура, ура, ура. To the honor of the new Lyceum students, we're going to say hooray, hooray, hooray. Thank you. Давайте все вместе скажем ура, 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 ребята, которые на иностранном языке. Hooray, hooray, hooray. Stop. So, British Lyceum. Hooray, hooray, hooray. Hooray, hooray. Очень дружно, ну почти, почти. Молодцы, ребят, у вас будет достаточно много времени порепетировать впереди учебный год, поэтому много всего интересного вас ждет. Ну, а мы в свою очередь, мы верим, что в стенах и нашей лингвистической школы, и британского лицея будет расти ваша тяга к знаниям, ну и, конечно же, крепнуть ваша дружба. Ну, а сейчас прозвучит международный гимн студентов «Гаудамус». Именно поэтому я попрошу всех встать. We believe that in the walls of the Lyceum there will be a strong attraction to knowledge and friendship. Now, please attention, we are going to announce the gym of the international students, Gaudenius. Лицеистов, как я уже говорила, и, конечно же, наших преподавателей с Днем Лицея. Ребята, дорогие мои, успехов вам во всех начинаниях, и пусть лицейский дух вас никогда не покинет и будет с вами. С праздником Всероссийским Днем Лицея! One final question.
language was that song in? Greek. Okay, good. Well done. И, друзья мои, еще буквально пару минут. Друзья мои, в стенах лингвистической школы в рамках конкурса чтецов, который проходит ежегодно, у нас прошел вчера еще один тур, и в этом туре участвовали ученики британского лицея. И для того, чтобы сейчас рассказать об этом конкурсе, я и наградить участников, я передаю микрофон Ларисе Валерьевне. Спасибо. Ребята, действительно, те, кто учится в нашем лицее, прекрасно знают, что ежегодный конкурс чтецов – это один из главных праздников нашей школы. И очень приятно, что ежегодно в этом конкурсе принимают участие и учащиеся британского лицея. В этом году британский лицей представил лучших из лучших чтецов на конкурс. Было очень сложно соревноваться. 55 человек заявлено к участию в конкурсе. Конкурс разделили на 3 дня. 3 дня конкурсной программы. Это вторник, 19 октября, во Всероссийский день лицеиста. Вчера прошел второй этап конкурса, в котором принимали учащиеся британского лицея. И третий день конкурса пройдет в пятницу, 22 октября. Ребята, выступавшие от британского лицея, прекрасное показали выступление, произвели неизгладимое впечатление на членов жюри, на зрителей в зале. Особо я хочу поблагодарить их наставника, их куратора Романову Дарью Сергеевну, которая подготовила этих девочек, она помогла им достойно выступить. Спасибо вам, Дарья Сергеевна. Ну а теперь кто же эти лучшие из лучших? Давайте их пригласим сюда и представим. Это ученица, ну, я уж не знаю, как в британском лицее называется. Наверное, это 3-й год обучения. Ученица 3-го года обучения Кудряшова Ольга. Она награждается грамотой за участие в конкурсе чтецов «Живое слово». И, конечно же, вот такой памятной книгой. Книга называется «Чудовище из озера». Я думаю, Оля прочитает, нам потом расскажет, о чем это произведение. Оленька, мы тебя поздравляем. И мы приглашаем для вручения почетной грамоты за участие в конкурсе чтецов «Живое слово», посвященном Дню лицеиста, ученицу 6-го года обучения Ануфриеву Викторию. И Вика тоже получает книгу «Чудовище из озера». Страшное название у книги, но мы надеемся, что книга увлекательная, интересная. Ребята, спасибо вам большое. Всех еще раз поздравляю с праздником. И желаю вам не забывать носить гордое звание лицеиста и принимать участие в нашем конкурсе чтецов. Успехов вам! Всего хорошего!